Шедевры мирового автопрома готовы к пробегу в честь Дня России. Здесь и старый добрый ВАЗ-двоечка, Шевроле, БМВ и Корвет. Порядка 20 автомобилей. Последний осмотр, взмах флажка и старт. Стартовав от арены, колонна проезжает по центральным улицам Химок. Конечный пункт – привокзальная площадь рядом с парком имени Толстого. Здесь уже ждут и с особым интересом разглядывают ретро-авто. Для меня прикоснуться к таким машинам, которые я мог раньше посмотреть только в кино либо на выставках, это, конечно, огромное событие. Огромное спасибо главе города за организацию такого автопробега. Помимо ретро-авто, в День России в Химках подготовили много мероприятий. Химки отмечают День России. В парке имени Толстого развернулось сразу несколько площадок. К примеру, здесь можно сфотографироваться. Здравствуйте. Расскажите, а что с этими фотографиями вы делаете потом? Потом мы их приклеиваем на вот этот вот замечательный баннер, и таким образом у нас получается флаг Российской Федерации. Я предлагаю вам попробовать самостоятельно, что же это такое. Буквально 15 секунд, и фото на память у вас в руках, а еще через 15 и фото для баннера. Затем клеим одну из них на карту России в стилистике триколора. Ну все, готово. Чуть дальше от фотобудки настоящая стендап-площадка. Ведущий Александр Пушкин, стихи читает Александр, но уже блог. Увы, не сами великие, а актеры в гриме. Россия. Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлеи, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Любители фолка и народного творчества также могли послушать творения старины. Специально для них сцена представителей творческой самодеятельности. Но большей популярностью пользовалась главная сцена. Химчан радует группа «Иванушки Интернешнл». Популярные исполнители 90-х отжигали по полной, не давая скучать зрителю. Вслед за Иванушками на сцене Наталья Гулькина, экс-солистка легендарных поп-групп 80-х «Мираж» и «Звезды», исполнила свои авторские песни. Порадовать своим творчеством химчан еще приехала и участница шоу «Голос» Катя Кузина. Отдохнуть, потанцевать, попеть любимые песни. Замечательный парк, шикарная программа, очень весело, здорово. Очень здорово организовали все, очень красиво, уютно. Сегодня, конечно, так столько народу, все празднуют, очень весело. Отлично, просто чудесно все, весело так. А что вам именно понравилось в парке? Атмосфера. Атмосфера? Да, очень душевно. Концертную программу завершает диджей с миксами популярных треков. Акраман Ивлоев, Дмитрий Бочаров, служба новостей.